Здравствуйте. Время новостей на нашем канале. В студии Анастасия Изюмская. Коротко некоторые темы выпуска. Подарок судьбы – это работа. Жить особой жизнью. Жить жизнью сочинителя. Сегодня заслуженному деятелю искусств России Адольфу Шапиро исполняется 80. Мы все каины, обреченные жить на земле нот, но мы можем найти убежище. На ВДНХ «Земля нот» бельгийский спектакль-инсталляция откроет фестиваль искусств «Вдохновение». Что вы наделали? Буратино, поскорее помойте руки и почистите зубы перед завтраком. «Земля», «Театр», «Дети» – международный театральный фестиваль проходит в Крыму. Сегодня 80 лет Адольфу Шапиро. Режиссер, педагог, драматург, лауреат «Золотой маски» и премии Станиславского. Он воспитал несколько поколений актеров и зрителей, говорят о нем критики. А сам режиссер уверен, что успех губит постановщика и что главная задача театра – выводить из зоны комфорта. С юбиляром встретилась Валерия Кудрявцева. Она работает весь спектакль. Я ее не примерял еще. Но вы хорошо выглядите. Адольф Шапиро всегда тщательно приглядывает за своими постановками. Вот и накануне дня рождения пришел в театр Эцетера проведать свой спектакль «Это так, если вам так кажется» по Луиджи Пиранделло. Привет, дорогая. Здорово. Как вы? Сейчас посмотрю. Я уже боюсь. Сам спектакль Адольф Яковлевич всегда смотрит с особых позиций. Я сидеть не могу в зале. Физически не могу. Завидую всегда режиссерам, которые сидят и спокойно смотрят свой спектакль. А если выходит в зрительскую зону, приходится делать неожиданные остановки. Спасибо. Вот Спасибо. Вы спектакль пришли смотреть? Мы на спектакль. Да? Всего доброго. Главной страницей своей судьбы Адольф Шапиро называет «Рижский тюз», который возглавлял 30 лет, превратив в один из ведущих театров страны. Это был двуязычный театр. Труппы играли одна по-русски, другая по-латышски. Мировую известность Шапиро принесли постановки по русской и зарубежной классике. Было интересно просто с определенными авторами. Мне с советскими было неинтересно. И с нынешними тоже неинтересно. Мне интересно с авторами. Интересно с Чеховым, Шекспиром, с тем Набоковым, с Клейстом. С распадом СССР и реорганизацией ТЮЗ Адольф Яковлевич покинул родной театр. Сегодня он независимый режиссер и театральный педагог. Ставит в России и за рубежом. Латвия, Эстония, Никарагуа и Венесуэла. Бразилия, США, Израиль, Франция, Греция. Самые родные спектакли те, которые... И для тебя, и для людей, которые с тобой работали, стали частью биографии. Когда те, с кем ты начинал спектакль, и ты сам, к концу спектакля был чуточку другим. Когда было что-то пройдено такое, что было важно для тебя и для окружающих людей. В Москве Шапиро ставит в Московском художественном, Вахтанговском, Маяковке, Театре Табакова, Рамте. За оперу «Лючия Даламермур» в Театре Станиславского Немировича Данченко получил «Золотую маску». Но до сих пор уверен, про театр так ничего и не понял. Понял, что в театре главное не театр, а жизнь в театре. Что каждому человеку нужен свой театр. Что это очень интимное искусство, устанавливающее интимные связи с другим человеком. Со зрителем. Если не устанавливаются эти интимные связи, тайные, я бы даже сказал, тогда театр не интересен. Но тогда он просто как индустрия развлечения. Ему по-прежнему интересно репетировать, создавать другой мир и другую реальность. Сейчас пишет книгу о людях, спектаклях, событиях. Режиссер-философ, известный и востребованный, Шапиро говорит, что счастливая режиссерская судьба. Такое не бывает, поверьте мне. Путь режиссера – это путь к одиночеству. Это может быть расплата за право руководить людьми, за право, что тебя называют демиургом, творцом, за право распределять роли. Потому что распределение ролей в некоторой степени – это игра с судьбами людей. Но подарок судьбы – это работа, жить особой жизнью, жить жизнью сочинителя. Пиранделла! Валерия Кудрявцева, Андрей Тарасенко. Новости культуры. 5 июля начнется 5-й международный фестиваль искусств «Вдохновение». Он откроется спектаклем инсталляции «Земля нот» бельгийского театра, который приехал в Москву впервые. Сейчас на ВДНХ идет монтаж декораций. Алия Шерифуллина узнала, что ждать зрителям.
Рамы, укутанные в одеяло, декоративная лепнина, металлические конструкции. Из Бельгии в Москву привезли около 16 тонн декораций. Из них с точностью до деталей воссоздадут зал Рубенса – выставочное пространство Музея изящных искусств Антверпена. Именно эта галерея Рубенса вдохновила театральную компанию FC Bergman на создание спектакля «Землянот». В 2011 году музей закрыли на реконструкцию. Сакральное для бельгийцев место на много лет оказалось для них недоступным. Рубенса мы считаем своим соседом, с которым выросли рядом, и вдруг он уезжает. Сначала мы хотели поставить спектакль в самом музее, но, конечно, это было невозможно. Тогда сотрудники галереи пошли нам навстречу и отдали нам кучу стройматериалов, которые используются в зале. Двери, ткани, багеты, доски для пола. Все абсолютно идентичное тому, что есть в музее. Создатели спектакля предлагают успеть провести один день в музее. Реконструкция вот-вот начнется. Все картины Рубенса уже вынесены, кроме одной – «Прободение ребра Спасителя». Огромное 4-метровое полотно будут пытаться снять со стены. Стараются техники, нервничают смотрители. Вокруг все еще бродит публика, стараясь сделать селфи. И вдруг музей из спокойного казенного учреждения превращается в вольный театр абсурда, где действуют совсем иные правила. «Землянот» упоминается в истории Авеля и Каина. Именно туда был изгнан Каин, убивший своего брата. Для нас «Землянот» находится за пределами комнаты музея. Мы все Каины, обреченные жить на земле Нот, но мы можем найти убежище. Именно для этого мы построили эту коробку. Которую предлагают рассматривать как ковчег, где каждый сможет найти спасение и покой, укрывшись среди искусства, как в Эдеме. Однако стоит помнить, любое воздействие внешнего мира способно разрушить даже очень крепкие стены. Алия Шарифуллина, Александр Садольский. Новости культуры. Поэт, посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова в преддверии юбилея представила 13-й сборник своих стихов «Исповедь летит над куполами». Мои стихи – это мысли, которые не дают мне покоя. Потому что это все, что я накопила, я никогда ничего не придумываю. Я беру из себя. У меня достаточно богатая, интересная была жизнь, и сложная, и красивая. И я очень люблю этот мир и жизнь. Вот об этом я пишу. Презентация новой книги Александра Очировой прошла в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. В атриуме собрались политики, ученые, общественные деятели, артисты. На стихи Очировой написано несколько десятков песен. В родовом имении Чечериных «Караул» в Тамбовской области завершилась археологическая экспедиция. Студенты Государственного университета имени Державина нашли захоронение историка и философа Бориса Чечерина и его семьи. На месте раскопок побывала Елена Мещерякова. Прежде чем приступить к раскопкам, пришлось расчищать от сорняка и мусора территорию усадьбы. Вооружившись совками и кисточками, работают не спеша, чтобы в груди битого кирпича не пропустить даже самые неприметные детали. Поиск ведут по старым фотографиям. Результат впечатляет. Усилиями группы удалось найти 4 склепа. Вот эту памятную плиту на месте полного разрушения установили всего несколько лет назад. На мраморе выбиты имена самого Бориса Николаевича, его родителей и 3 несовершеннолетних детей. Но если верить фотографиям, то здесь находится 7 захоронений. Кто еще здесь покоится, историкам выяснить пока так и не удалось. Главной находкой – склеп выдающегося ученого и государственного деятеля Бориса Чечерина. Ходили легенды, что в родовом некрополе спрятаны сокровища. В 30-х годах 20 века он был варварски разграблен. Было все практически, что с покойными находилось. Они были все перевернуты, кости разбросаны. Не было ни останков одежды, ни останков гробовин. В общем, практически ничего не осталось. В числе находок части цинкового гроба, в котором предположительно был похоронен Борис Чечерин, и многочисленные останки. То захоронение было, наверное, мной первым расчищено, потому что меня позвали, сказали посмотреть, что здесь есть, и я так поработала. И вот уже дальше мы обнаружили достаточно много частей скелета детского. Найденные останки передавать никуда не будут. Завершающий этап – засыпать склепы землей. По словам участников экспедиции, они выполнили поставленную перед ними задачу, установили точное место захоронения Бориса Чечерина. Параллельно ведут реконструкцию усадьбы и Троицкой церкви. Самого масштабного сооружения величественного ансамбля дворянской усадьбы, памятника культуры федерального значения. Елена Мещерякова, Богдан Северин, Тамбов.
Бюст египетского фараона Тутанхамона сегодня будет выставлен на торгах аукционного дома Кристи в Лондоне, несмотря на протесты Каира. В начале июня Министерство иностранных дел и Министерство по делам древности Египта обратились к организаторам аукциона с требованием вернуть артефакт в страну. Ведомство считает, что бюст был украден и незаконно вывезен из Карнакского храма в долине царей. У нас есть предположение, что это голова из разграбленного храма в Луксоре. Мы увидели ее в каталоге Кристи и пришли к выводу, что это бюст Тутанхамона. Мы приложили все возможные усилия, чтобы Министерство древностей, Министерство иностранных дел и Египетское посольство в Лондоне прекратило торги этого лота на аукционе. Доподлинно происхождение реликвии не установлено. Известно лишь о фактах ее перепродажи из коллекции в коллекцию 60-х годов прошлого века. Египетские эксперты говорят, что нынешние владельцы бюста не предоставили юридически достоверных документов для подтверждения права собственности. Но в Кристи решили провести торги. Цена лота, возраст которого более 3000 лет, может превысить 5 миллионов долларов. Ситуацию прокомментировал искусствовед Александр Каменский. Предъявляете претензии... Нация выражает свой законный интерес к возврату того, что было утрачено. И надежда на то, что это вернется, она велика. Другое дело, что юридически это очень сложный вопрос. Нужно устанавливать статус этих произведений. Нужно понимать, являлся ли владелец, ставящий ту или иную скульптуру на торги, является ли этот владелец добросовестным. Если этот человек не хочет добровольно вернуть то, чем он владеет добросовестно, то никто не может его заставить это сделать. В Евпатории проходит международный фестиваль «Земля. Театр. Дети». Его участники – детские молодежные театры из России, Литвы, Эстонии, Луганской Народной Республики – покажут 25 спектаклей в разных жанрах. Репортаж Тамары Симоновой. 1000 артистов со всей страны и даже из-за рубежа приехали в Евпаторию. Многие из них здесь уже не первый раз. Каждый год готовят новые костюмы и образы. Трудятся над ними не один месяц. Что же вы наделали? Буратино, поскорее помойте руки и почистите зубы перед завтраком. Мальвина – любимая роль Нияры Маркоросят. 11-летняя крымчанка уже третий раз участвует в фестивале. Камеры и микрофона не боится. Стеснение давно поборола. Мечтает стать знаменитой актрисой. Среди участников и взрослые актеры. К примеру, из русского молодежного театра «Таллин» нам привезли в Крым спектакль «Легкое дыхание». В его основе 7 рассказов Бунина о женских судьбах. Всегда волнительно. Здесь достаточно важный для нас экспертный совет. Ну, то есть люди, которые, чье мнение нам очень важно услышать. И это дает какой-то такой толчок к развитию, естественно, потому что играют непрофессиональные актеры. Оценивают игру всех актеров профессиональное жюри. Ты высказываешь субъективное мнение. Оно очень часто может не совпадать с мнением зрителя, оно может не совпадать с мнением тех, кто ставил этот спектакль. Но, несмотря на это, ты руководствуешься своими какими-то вкусовыми качествами, своим опытом, своими какими-то профессиональными навыками. Для участников фестиваля также сделали 9 мастер-классов. На них можно научиться импровизировать, правильно говорить и даже применять новые технологии. Зрители увидят самые необычные и захватывающие постановки. Будет много экспериментов. Двое зрителей без предупреждения будут вызваны на сцену и будут играть весь спектакль вместе с массовкой. А я, как режиссер, буду сидеть в зале. То есть мы поменяемся со зрителями местами. До 7 июля каждый день можно будет посмотреть спектакли участников совершенно бесплатно. Тамара Симонова, Влад Мошек, Александр Лукьянов, Крым. Экспериментальный «Толстой», проекты, меняющие города, и театральный «Авиньон». Все это уже сегодня. В Ясной Поляне – международный фестиваль «Толстой». Зрители увидят экспериментальные постановки по произведениям классика. Спектакль «Открытие. Грех» Тульского театра драмы по мотивам повести Льва Толстого «Дьявол». Зарядье станет площадкой 9-го Московского урбанистического форума. Тема конгресса этого года – качество жизни, проекты, меняющие города. Эксперты из разных стран обсудят современные подходы к вопросам улучшения городской среды. Во французском Авиньоне – международный театральный фестиваль. В этом сезоне события посвящены Одиссее и Одиссеям, в том числе мигрантам и беженцам наших дней. Традиционно сценической площадкой становятся улицы, площади и дворы города. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.